Акмешджит. Как развивалась столица наследника Крымского ханства? Какие дворцы и мечети украшали город и как сложилась его судьба в первые годы оккупации ханства России? Чтобы ничего не напоминало об истинных хозяевах полуострова, российская политика приступила к переименованию городов. Акмешджит не стал исключением. Более того, он превратился в губернский город. Об этом и многом другом смотрите уже в эту субботу, 4 мая в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын-Дивир. Города Крымского ханства. Акмешджит. Часть вторая».